Ну и последний, на кого была совершена атака, из тех, что заметил я, это Павел Грудинин. Павел Грудинин, которого грозятся отстранить от выборов. И, собственно, Павел Грудинин попал в интересную ситуацию. На выборах президента прошлых он был спарринг-партнером президента, но слишком хорошо начал выступать. Поэтому его начали разорять его совхоз. Господи, у кого-то совхоз существует в 2021? Это, конечно, безумие, но неважно. Разорять его совхоз, чинить ему неприятности и все остальное. Также, не совсем так же, но похоже, произошло с Михаилом Прохоровым на тех еще выборах давних президентских, потому что он тоже набрал слишком много голосов. И вот Павел Грудинин, мощная фигура, за него прям много людей проголосовали, он занял второе место на выборах президента. И вот сейчас он идет по списку от КПРФ, собственно, в Государственную Думу. И всплыла какая-то бывшая жена, которая говорит: а вы знаете, вообще-то у него есть офшоры незарегистрированные, и снимите его с выборов. Прошло заседание ЦИКа, куда не явился ни Грудинин, ни его бывшая жена, и там сказали: слушайте, но пока никто нам ничего нормально не предоставил, мы оставляем все как есть, и Павла Грудинина не снимаем. И я думаю, что это еще один элемент для того, чтобы показать: не суйся, не лезь, захотим, снимем и уничтожим. На самом деле они не могут снять и уничтожить, там другая история, связанная с КПРФ, почему они, несмотря на весь этот пафос, по-мелкому пакостничают, они просто решают проблему, кардинально сняв список КПРФ, но об этом как-нибудь в другой раз, возможно, сегодня на стриме с Александром Плющевым расскажу об этом поподробнее, как я это вижу. Но факт остается фактом, мы видим атаки на КПРФ, и атаки достаточно серьезные сейчас в преддверии выборов в Государственную Думу. Надо сказать, что чем ближе мы к ним будем, тем больше будет грязной такой борьбы, и тем больше будет, например, борьбы, связанной с посадками и всем остальным.